Лично я никакого отношения к Бескругу не имею. Это всегда, по-моему, было очевидно. Не знаю, с какой вообще там стать. Или Мамедов пытался там что-то на меня повесить. Про Круг я вообще первый раз услышал в армии. И то мне говорят, вот из Твери, ты ждал, ты, у вас же там Круг поет. Я говорю, а кто это такой-то? Они говорят, ну как? Вы послушали Владимирский Централ. Ну, я услышал, да, что он как бы исполняет. Я говорю, не, я такую музыку не слушаю, так, поэтому его... такие вопросы не ко мне. Первый раз в армии услышал, какой, я не помню, 97-98 года. Да, вот они ездили как бы после, это, по-моему, в 2000 году или в конце 2001 года, они вместе на Украину ездили, в Киев. То есть там много народу ездило, и Осипов старший ездил, и там еще там. А зачем? Ну, просто отдыхать. Ну, там его Круг, кстати, узнавали, потому что, ну, Иван же рассказывал, что к ним постоянно подходили, там автограф там у него брать, и еще там что-то. Ну, фотографии показывали после поездки. А с этим не как-то знакомились? Через вот как раз Андрея Веселова, того, как Чевик был, клуб «Лазурный». Через него. А кто она такая вообще была? Жена. Жена Круга. Не, просто, скажем так, я сначала даже не знал, что это его жена. Я с ней познакомился где-то в 2002 году, ну, после уже смерти Круга. Но потом следствие выяснило, что с Ириной Круг мы были знакомы и до этого. И поэтому, как бы, как она меня может опознавать, если она меня прекрасно знает. И, соответственно, сразу это все заглохло. Потом, насколько я знаю, она по фотографии указала на Дмитрия Веселова, сказала, что это 100% был он. Ну, дальше что происходило, я уже не в курсе. Кадеев общался и с Круг, с Риной, и с Веселом, значит, и знал самого Круга, певца. В уголовном деле должна быть фотография. На этой фотографии жена Ира Круг, Михаила Круга, Ира Круг, значит, Адеев и Дима Весел. Причастность Ирины, ее знакомство с исполнителями, да, данного нападения на дом, с исполнителем убийства, все это было проверено. Мы сами видели в средствах массовой информации сведения о том, что якобы в уголовном деле есть фотография, где изображены Ирина Круг, Агеев и Веселов. Это полный бред. Никаких фотографий в материалах уголовного дела подобных нет. Веселова Дмитрия Ирина не знала, никогда не видела и о нем не слышала. Она была знакома с однофамильцем Веселова Дмитрия, Веселовым Андреем, который был в 2003 году застрелен около Лазурного. Да. А с этим никак не познакомились? Через вот как раз Андрея Веселова, того, как Чевик был, клуб «Лазурный». Через него.